мой личный момент прожить это, пережить вот это ощущение. Ну, вот я в итоге снял фильм, но не прожил это ощущение, потому что я не был в Одессе. Я хочу при этом добавить очень важный момент, что это не потому, что мне запретили. Это не потому, что меня не пустили туда. Да? И мне и разрешали, и пускали. Но количество проблем, связанных с этим, в какой-то момент стало перевешивать эту возможность. Да? То есть стало понятно, что будет очень сложно. Очень. Вот и все. Это не история про то, что нам сказали, нет, да, мы не дадим вам снимать. Вот. Но мы не могли просчитать никак последствия, мы не могли понять, чем это кончится. Поэтому пришлось от этого отказаться. А вы, Петрович, вы говорите...